Работники администрации главы и правительства республики озеленили территорию старого города в Якутске. Более 40 сотрудников аппарата, вооружившись лопатами, вышли на субботник. Светлана Федорова продолжит. Благоустройством площади павших бойцов администрация главы и правительства занимается третий год. В апреле сотрудники администрации провели уборку в старом городе, очистили прибрежную зону Талого озера. Теперь коллектив присоединился к всероссийской акции посадки леса. Буквально накануне глава республики Егор Борисов с руководителями фонда реформирования ЖКХ присоединились к этой акции. Им были посажены деревья в городе Нерюнгри. Уверен, что молодые деревья, которые мы садим, приносят мир и любовь в наши сердца и здоровое будущее для наших детей. Всероссийский день посадки леса в России проводится ежегодно с 14 мая 2011 года. В эти дни по всей республике проходит экологическая акция. Одновременно со столицей саженцы посадили во многих центральных и южных районах. В северных улусах акция состоится позже, при установлении подходящей погоды. Для посадки березы и кустарники выбрали не случайно. Аллея по-настоящему становится здоровой, если в ней сохраняется баланс между хвойными и лиственными растениями. Поэтому особое внимание уделяют качеству посадки и дальнейшему уходу за саженцами. Территория загазованная, почва скудная. И это требует особого подхода. В течение года мы, как закрепленная организация, будем следить за данным участком. Ну, соответственно, отслеживать, контролировать. В этом году на озеленение столицы республики выделили 13 500 саженцев. Часть из них посадят осенью. Подведомственные учреждения Департамента по лесным отношениям Якутии определяют места выкопки посадочного материала, собирают заявки от организаций, проводят инструктаж, как посадить то или иное дерево. Ведь посадка деревьев – кропотливый, требующий знания и опыта процесс. Каждый, кто сажает дерево, с истинной любовью и заботой о природе подходит к этому ответственному делу. Саргалана Федорова, Максим Ростовцев, НВК Саха, Якутск.